Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В субботу не пропустите книжный фри-маркет. Это свободный обмен книгами. Каждый из вас сможет поделиться пылящимся без дела томами и, наоборот, взять себе понравившуюся книгу. Мероприятие продлится с 2 до 7. Вход на территорию клуба «Лектория Кандинский» шляпный, ну то есть платите сколько хотите или считаете нужным. Книжный фри-маркет, адрес Высоцкого, 3А. Самарский литературный музей приглашает на яблочный день. Это праздник для всей семьи. Вас ждут кулинарные творческие мастер-классы, старинные игры для детей, состязания со Змеем Горынычем, лекторий «Читаем вместе», лекции-дегустация «Яблоки с пузырьками», концерт электрофолк-группы «Незабава», танцы и хороводы, а также викторины для детей и взрослых. В воскресенье, начало в 16:00. Адрес литературного музея, улица Фрунзе, 155. В воскресенье, 3 сентября, загородный парк накроет облака, но не простые, а песенно-поэтические. Фестиваль музыки и стихов приглашает всех желающих. Творческая программа фестиваля разнообразна и насчитывает 12 часов непрерывных концертов более 30 авторов, исполнителей, музыкальных групп и коллективов из 5 городов Поволжья. Будет интересно как любителям бардовской классики, так и поклонникам эстрадной песни. Кульминацией программы фестиваля «Облака» станут концерты «Золотого голоса» Самары Ирины Алешиной и «Легенды самарского рока» группы «Спринт». Начало фестиваля «Облака» в 11 часов. Площадка «Кино под открытым небом». На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного уже осеннего настроения.